Всем здорово, с вами канал В4, и с вами Руль, и, соответственно, мы сегодня рассматриваем Питербилд, который вышел на Евротрак Симулятор 1.38, как я говорил в первом обзоре, то, что мы сегодня посвящаем ЕТС-ке. И, соответственно, мы не забываем про Америку, по крайней мере, и что-то интересное из Америки выйдет, мы обязательно сразу первым обозреваем с вами. Сегодня мы посмотрим Питербилд такой 389, что он состоит, и его обновили под версию 1.38 и так далее. Смотрим, состоит он из трех кабин. Это обычно без палки, со спалкой и более крутой спалкой. Давай так. По шасси 6x2, 6x2 подъемное, 6x4, 6x2 300, что-то 6x4, 6x4 удлиненный. Ух, ё-моё. Да, ну, мне так не нравится. Давайте возьмем 6x2, да, обычно. Вот такой возьмем и без всяких проблем. По двигателям. Куминцы, Паккары. В основном все используют такие, да? Как-то Катерпиллар. Я не знаю, что это за двигатель на 625. Давайте мы его и возьмем. По трансмиссии 10, 13, 10 ретардером, 18, 6, 13 ретардером, 7 передач, 7. Странно. По-моему, на Америке я, ну, хотя могу ошибаться, что 7 передач. Ну, ладно. 18, 7 с ретардером, 6, 10, 18. То есть, 7-ступку покупаете, да? Даже 6-ступку можно купить и на вот этом, пожалуйста, катайте, да? Ух ты, интерьер очень симпатичен. Ну, знаете, да, по сравнению с тем, что в Америке, конечно, американские более качественно сделаны, да, чем в Европе, но могу сказать то, что данный мотор отлично. Цвета у нас меняются, вот этот синий возьмем. Вот цветовой гамме есть собственные скины, какие-то вот Китуп-СП, какой-то Дэйч, Курбар, Ламас. Ламас Гун, да, по-моему, есть Ламас Гун. Да, по-моему, Ламас Гун есть. Могу ошибаться, конечно. По-моему, Ламас Гун называется расцветка в Америке Трак. Ну это обычно. Давайте вот это возьмем. Бокси, боксусаром очень много всего, да. Кенгурятники различные, да. Здесь также бампера все различные. Да, здесь негабаритный груз. Меняется у нас что? Фары. Да, вот более новее, наверное. Здесь рефлектор. Значки различные. Дополнительные зеркала. Статус, кстати, замечу то, что у них FPS, это уже хорошо различные флажки. Здесь проблесковые маяки, здесь свет, здесь что у нас? Это у нас козырек под цвет, давайте возьмем там внутри. Здесь цвет дверные ручки можно менять. Также боковые юбки. Фильтром, или как они правильно называются, могу ошибаться. Здесь что? Лого. Ух ты, прикольно. Надеюсь, что они анимированные, типа я будет очень симпатично. Все. Внутри мы можем поменять руль. Эти рули у меня, да, они есть, по-моему, да, остались, или они, может быть, внутри с ним и тут, я не помню уже. То есть эти рули есть на ЕТС, да, все, пожалуйста, находите и скачивайте. Есть у меня обзор мода такой. Вот такой возьму, мне нравится. Здесь флажок, здесь... это что? Антенна. Здесь у нас, понятно, фильтрес, да, фильтрес, по-моему, называется. Дополнительная антенна. Все, больше ничего нет. Давайте занимаем. Купить. Покупаем и смотрим. Смотрим. Что ж нам данный автор дает в этом. Потому что первый обзор мода, который я делал на Queen, вот этот, который, да,
грузовичок китайский. Лично мне он мне очень понравился. Он реально понравился. Чем? Пока загружается. Тем, то, что он... Все анимации есть. Вот реально все. Во-первых, минусов вообще нет. Ну, конечно, такое невозможно быть, да, все равно там какой-нибудь данный обзорчик более углубленно будет смотреть. Ну, по крайней мере, мне показалось, что ну, минусов вообще нету. Как бы все плюсы, и открывание стекол, и анимация коробки. Все это есть. Пожалуйста. Почему такое не делается на легковых автомобилях? Странно. Смотрим. Так, заводим. Я понял. Так, все работает, да, у нас? Топ-сигнал. Работает. Очень темновато, очень. Сколько у нас время? 12:22, но очень темновато, скажем. Открывание стекол сразу посмотрим. Работает, да, отлично. Даже анимация стекол есть. Анимация даже стекол есть. Есть. Отлично. Работает. Так, я не вижу анимации. Где-то все равно есть, да? А вот у нас, подождите, сейчас. Заводка есть, да? Заводка есть, хорошо. Анимация. Ну, наверное, где-то стопудово есть. Это 100% есть. Я просто не вижу ее. Ну я не вижу, ребята, реально, я не вижу, честно скажу. Но и поверю то, что она есть. Надеюсь, что она есть. Так. Что у нас? Звуковой сигнал. Звуковой сигнал работает. Поворотники у нас работают. Вон, анимация есть. Супер. Вот это есть, это пудово есть. Но не может быть такого. Ну, хотя ладно. Так, что у нас еще? Все у нас работает, да? Стоп-сигнал работает, все работает, поехали. Стоп. Для первоначально мы должны настроить себе, потому что мне надо... Да ё-моё. Поехали. Даже звук сигнала. Хорошо. Ну, скажу, мне он тоже очень понравился. Очень прикольный. Звук тоже симпатичный. Слушайте, ну пока два мода, блин, здесь нечего говорить-то. Реально круто. Тихо. Слушайте. Не понял, подожди, что? А, это просто. Слушайте, ну пока два мода мне очень сильно нравятся. Реально. Потому что по сравнению, может быть, уже начали качественно делать. Я знаю то, что некоторые моды у нас обновляли под версию 1.38 уже, но я не знал, какие именно. То есть я знал, то есть, вот насчет первого мода я знал, что нужно было обновить под 1.38. Насчет Петербилда вот этого я не знал, честно скажу. Есть у нас еще, я готовлю еще один модик под обзоров. Также, если сегодня я постараюсь выпустить, если я не выпущу, то, соответственно, завтра вы будете его смотреть уже под вечером. Посмотрим. Все, короче, будет завтра видео. Потому что завтра понедельник, завтра всем на работу, также и мне. А сегодня мы смотрим, что сможем. Короче, ребята, что могу сказать про данный мод? Мы еще даже звук суперский. Давайте мы возьмем прицеп, посмотрим, что ж мы можем, у нас есть ли анимация сет. Пока мне из двух модов нравится, потому что анимация есть, прицеп, все отлично. Дурак, что ли? Совсем что ли больной? Короче, мод отлично. Здесь нечего говорить, потому что, ну, такой, как бы сказать, минус. Блин, очень темно. Реально темновато, конечно.
очень темновато, во-первых, с первым модом, да, мне нравится то, что нормально, в принципе, не хорошее освещение внутри, а это здесь что-то темновато, как-то темновато немножко. А так, в принципе, супер, мне нравится, реально нравится. То есть, давайте вот здесь. Освещение, кстати. Давайте освещение посмотрим. Ну, немножко есть молоко. Есть немножко. Немножко. Немножко есть молоко, а так, в принципе, супер. Ну что, ребят, вот такой у нас модик получился. В принципе, что внутри вы смотрели, со мной мы смотрели и так далее. Сегодня я еще раз повторюсь. Посвящено ETS-ке. Мы сегодня рассмотрим достаточно хороший мод. Каких уже увидите на канале. Ладно, всем пока, всем удачи и до следующего обзора. Пока. Кстати, пока не забыл, кто может быть, вот, можно вас попросить, пожалуйста, один человек добейте, пожалуйста, 20, ну, двадцатку, ну, сложно что ли, не пойму, пока, ну, двадцатку, давай, двадцатку, пока.